что, ребяточки, дорогие мои, вышла я на улицу после болезни. Первый день сегодня, как сильно я заболела после Москвы. Какая радость здесь, гляньте, как красиво. Ой, гляньте, какая красота. Я с окошечка гляну, говорю, дождусь я встречи вот с этой красотой. Вот даже вот так меня можно, вот так рядышком. Вот так. Красиво, вот поближе можно прям подойти и цветочек взять крупным планом. Видите, какой трепетный, какой нежный, какой он красивенький. Дождался меня голубчик, когда я выздоровлю. Дождался, красавчик меня. Ой, смотрите, как тут красиво у нас. Вот. Гляньте, какая красота. Последний листочка, это такой дружный листопад в этом году. Сильный-сильный он такой. Откровенный листопад. Вот все клены поражены такими прямо кружочками, грибочками. Вот. Видите, как вот поближе вот отсюда мы не смотрим, отсюда. Видите, как это творится с листиками. Прямо листики, как черные метки на них. Я только думала, что в этом году уже все, этого нет. Вот она, представляете, черные меточки такие. Это вот несколько лет уже такое мы наблюдаем на наших кленах. Прямо порадуешься только, что вот прямо миновала эта болезнь клены. И опять она поражает. Тут целое лето простояли без этих штучек, без черных. Я только порадовалась. То ли влажная погода.